Всем привет! Умные часы в последнее время – это не предмет роскоши, а вполне интересная и разумная покупка. Тем более, они помогают ежедневно отслеживать вашу активность. И это очень-очень полезно, так как вы заботитесь о своем здоровье, знаете, что и как происходит, и можете более эффективно уделять внимание тренировкам ежедневно. Как раз о таких часах, которые могут вам помочь, мы в этом видео и поговорим. Называются они Jet Sport, а моделька SW8. Прежде чем мы начнем, хочу попросить вас перейти вниз, нажать на большой палец вверх. Вам не сложно, мне безумно приятно нажать на кнопочку подписаться, если вы это еще не сделали, чтобы не пропустить выход новых роликов, и жмакнуть два раза на колокольчик. И пишите ваше мнение там в комментариях, вдруг по ходу дела у вас возникнут вопросы. Я все читаю, на все отвечаю. Начнем с того, что у нас находится в комплекте. Конечно же, инструкция, есть сами часики и зарядка для них в виде USB-шного провода, плюс конечник такой. С двумя контактами на магнитиках заряжается крайне удобно, да и в принципе быстро. То есть буквально там за час можете зарядить свои часики и отправляться дальше. А вот встроенного аккумулятора данных часов хватит до 7 дней эксплуатации. Причем 7 дней хватает легко абсолютно, что является немаловажным фактором. Дисплей здесь цветной, сенсорный, 1,3 дюйма с разрешением 240 на 240 пикселей. Управление происходит крайне легко, при помощи жестов, то есть мы смахиваем влево, вправо, вверх, вниз и получаем доступ к различным функционалам внутри самих часов. Ну и конечно же, есть физическая кнопка, которая может, например, активировать дисплей. Это на самом деле удобная функция, если вы хотите максимально экономить заряд своих часиков и активировать ее только по нажатию на кнопку. При этом, если мы подняли руку, условно вот так, то у нас дисплейчик загорается, и тут же видно, сколько сейчас времени, а также дополнительная информация. Это зарядка батарейки, сколько мы прошли в километрах и на самом деле некоторые другие типы дополнительной информации, смотря какой циферблат мы выберем. Тут их несколько. Режим «Не беспокоить» в данных часах тоже есть. Настройка яркости, конечно. И при этом все это работает при помощи обычного смаха сверху вниз. То есть там есть шторка, которая позволяет нам как раз и получить доступ к данному функционалу. Плюс там же находится кнопка доступа к настройкам. В плане режимов у нас здесь доступен функционал. Это пульсометр, шагомер, мониторинг физической активности, счетчик калорий, мониторинг сна, часы, уведомления о вызовах и сообщениях, секундомер, калькулятор, управление плеером, будильник, уведомления о бездействии, контроль уровня кислорода в крови, а также напоминания. Естественно, есть и мобильное приложение, которое доступно как на iOS, так и на Android. Его скачиваем, синхронизируем наши с вами часики и получаем полную аналитику внутри приложения. Удобно. Ну и конечно же, что правильно отслеживать сон, тоже можно, и это делать крайне удобно все в том же приложении. Мне очень нравится функция, которая время от времени вас заставляет что-то делать. Это уведомление о бездействии. То есть, если мы сидим слишком долго, часики нам об этом напомнят и скажут: иди разомнись, это важно. В подобном, во всяком случае, гаджете точно. Ну и, конечно же, полная защита IP68. При этом у нас есть несколько режимов тренировок, которые доступны на выбор внутри самих часов. Выбираем режим «Активность», и далее у нас доступна ходьба, бег, велосипед, альпинизм, плавание, футбол, баскетбол, теннис, бадминтон и истории наших тренировок. Вообще, на самом деле, все меню абсолютно информативные, то есть здесь прямо максимально крупные элементы, и мы можем управлять плеером, запускать секундомер, использовать дополнительный функционал, и это не напрягает. То есть, несмотря на то, что дисплей не самого большого размера, все-таки не смартфон на запястье, именно взаимодействие с самими часами происходит на абсолютно интуитивном и удобном уровне. Попадаешь по всем элементам, благо они достаточно крупные, и плюс видишь то, что тебе нужно. Нужен секундомер, окей, цифры крупные, кнопочку старт вы тоже явно не пропустите, промахнуться там невозможно. Ремешок выполнен из силикона, рука под ним абсолютно не потеет, и сами часы очень легкие. У нас материал — это такой перфорированный пластик, на ощупь крайне приятный, и вы знаете, вот важный фактор, который для меня — это то, что вы можете легко одеть данные часы абсолютно на любую руку. У меня она, в принципе, приличных размеров, и не каждый ремешок залазит легко. Следовательно, здесь никаких проблем не возникло. Если вы девушка и у вас крайне миниатюрная ручка, вы тоже сможете спокойно носить данные часики без каких бы то ни было проблем, не напрягаясь. То есть здесь настолько много делений, что можно одеть, мне кажется, абсолютно на любую руку. Как на очень большую, так и на супер маленькую. И в целом, по дизайну хочу
хочу сказать, что часы на руке смотрятся очень органично и честно. Если бы я не знал, никогда бы не догадался, что данные часы умные. В этом плане очень хорошо. То есть, если вы хотите просто красивый аксессуар на каждый день, при этом наполненный умными функциями и способный помогать вам заниматься спортом, развивать себя, это однозначно ваш выбор. Если вам интересно, ссылку на продукт оставлю в описании. Посмотрите, чекните подробнее. Там же можно будет и актуальную цену посмотреть, и приобрести. На этом все. Спасибо, что смотрели. Не забывайте ставить большие пальцы вверх, подписываться на канал, внизу есть красная кнопочка, она обязательно должна стать серой. Нажимаем на колокольчик два раза, чтобы не пропустить выход новых роликов. Ну и, конечно же, что? Правильно. Шарим данное видео у себя в социальных сетях и пишем в комментариях ваше мнение по поводу данных часиков. Мне понравились, понравились ли вам? Пишите. Я все читаю, на все отвечаю. Не прощаюсь, совсем скоро увидимся.